Бля, вы бухайте без меня, ребята. Смотри, смотри, как выбежал бухать, смотри. А чё ты остановился? Смотри, как бежит быстро бухать. Куда? Когда тебя позвали побухать. Да. Майни и Лентяйка вновь с вами. Привет. Всем привет. И сегодня с реакцией на Мармока, его новое видео называется Red Dead Online, дебилы шляпа. И заранее хочу извиниться за свой немножко охрипший голос, я приболел. И хочу вам еще напомнить при этом, что у нас есть 1xBet, это надежная компания, да, наш спонсор. Это высокие коэффициенты, быстрые выплаты. Множество спортивных дисциплин, и знаете, что все ссылки есть в комментариях. Как же сложно говорить. Давайте смотреть. Ха, ёпты. Также там промокод есть. Встретили бандиты. Так, давайте, встаем с лошади. Че, как вам тут? Успели уже по дороге барбарицам жопу подтереть? Что? Мля. Посмотрите на Игоря, да он ниндей. Так, камеру переключить надо от первого лица. Ёпта, бля, ты чё? Я хотел Игоря шибануть. Мне показалось, что он не чёрный, а просто по дороге испачкался. Вернись к моей лошади надо. Стой, стой, стой. Смотри, не рыпайся, не рыпайся. Стой, стой, стой. Какого хуя? Лягнула лошадь его. Короче, я понял. Твой конь не любит, когда трутся возле его дырки. Олег, давай я тебя покатаю немножко, хочешь? Он пишет, что наш лагерь будет разбит в этом месте. Давай. Давай себе место покрасивее, чё? Ты чё, блядь? Класс, да. Я хотел тебя подзатыльник дать просто. А, только ты, Игорь, можешь готовить, у меня нет ресурсов. Интересно, как он потом воскреснет? Ладно, ну ты ж меня покормишь. Да-да, выйдешь туда с салуна кого-то. Ну мы уже усы у костра греем, как бы. А, ты кинь приглас мне тогда, Игорь. Чё? Я... чё ты сам хаваешь? Поделись, сука. Зачем? Чё будет? Шматяра. Это был последний. Это был последний. Охренительно, походу я сегодня человечину копченую есть буду тогда. А не, может и есть. Упитанная птица пойдет? Ну, куда пойдет? Тебе в рыло, что ли? А интересно, можно делиться? Ну, с ресурсами. А чё я плююсь в костёр, блядь? Сельское чмо, ударь меня, блядь. Не, кстати... Я вроде где-то читал, может, я, конечно, сам себя обманул или где-то там читал, что у Мармока, может быть, скоро будет новое интро. Да? Да. Кто говорил? Не знаю, не помню. Где-то я читал об этом. Может, может, я сам себе лапши на уши напишу. Никому не говорят, это дезинформация, не верьте мне, я долбоёб с интернета. За дикие приключения и половые отношения. Но они друг с другом. Сейчас последнюю всосу и можно танцевать. Слышь, чё, слышь, если тебя змея укусит, я по-братски яд отсосу, слышь? А чё у тебя бутылка к руке приклеилась, видишь? Да. А хули у тебя бутылка к руке приклеилась? А она у всех. У всех так? Да. Даже у второго персонажа. А, уже, ну сейчас нет, он пьёт. Она когда с ними уберётся, да? Что ты мне налил пиво? Меня так расклеило. А, да. What the fuck, она вообще ему руку пробила. Пошли плеваться со второго этажа в прохожих. Ёпта, хули здесь так ярко, мы чё на Меркурии, бля? Я бью. Я вижу коня пидора внизу. Эй, какое милое имя коня. Тебя кто так назвал? А, это же мой конь. Типичный никнейм мой. Давайте вы с ним как вверх стрелять. Как это делается? Кто проходил ковбойскую академию? Слишком сложно. Ребята, короче, я читаю. Если нажать кнопку вверх на перекрестие во время прицеливания, то герой поднимет руку с оружием. А-а-а, и потом тупо стреляешь, и тебе на голову падает птица. Сейчас реально птица падает. Цыганская свадьба. Именно так ковбои вызывают дождь. Игорь, подойди. Уху, а теперь я вам напомню, что здесь патроны очень дорогие. Все. Постреляли. Что, у вас вот красное есть вот эта вот штука? Смотрите, что нашел. Что там? Колбаска. Возьми ее и положи в карман. Отойди. Я хочу коробку понюхать. Что за...
такое мы до сих пор с этими бутылками? Почему у него до сих пор бутылка к руке приклеена? Вы держите фонарь, нормально. Смотри, бутылка, даже смешно сейчас. Сверху стоит. Да, просто он очень любит пить. Прямо алкаш сотовал. Ноль багов. У меня вообще... Когда вторая рука занята, блин. Вот там кролик висел. Пойдемте. Да, я сейчас коня возьму. Избегай Олега, Игорь. У него долбанутая привычка кейская. Прыгать к тебе сзади на коня и вцепиться в тебя. Ему самому коня вести лень. Он как клещ, короче, цепляется. За жопу. А я пихну его, если он попробует. Пристраивается к жопе. Сука. Клещ ёбарь просто стоит. Что? Клещина, да может ты наконец отцепишься от меня? Что? Стряхнуть пытаюсь его. Пидорюга, блядь, смотри. Жимай булки, Игорь, жимай булки. Я пытаюсь. Он в твою шоколадницу проник уже, всё. Сука, хочешь ко мне? Что за вакханалия? Что-то надо придумать со спиной. Мне очень сидеть тяжело вот так вот. Тебе нужно просто вырвать себе подвоночник, как в Mortal Kombat. Да, я думаю. Отличные советы. Класс. Зато спина всегда ровная. Мармок лучше врач. Обязательно им воспользуюсь. Диски смещаться не будут. Ты себе отсасывать сможешь. Нормально. Вот пидоры найден у нас так что. Самоублажнитель. Самоублажнитель воздуха. Почему ты засмеялся с этого говна? Типичные посиделки с друзьями. Да, какую-то хуйню сказал, смешно. Да. Доллар точнее. 50. Здесь 50 центов. Да. Мне вообще кажется, что мы в эту игру неправильно играем. Все, я полтораху осушил, я на улицу. Нам нужны приключения. Бля, вы бухайте без меня, ребята. Смотри, смотри, как выбежал бухать, смотри. А чё за остановился? Смотри, как бежит быстро бухать. Куда? Когда ты тебя позвали побухать. Да. Да. Ну, карта, конечно, в Red Dead Redemption огромная. О, красиво, реально. Да? Что за бред? Как я странно телепортнулся с лошади. А я хочу попробовать что-то другое. Да дай, пидор, забраться на тебя. О, да. Ну чё, я был рад служить этим землям. Он я лошадь же умрет и всё. Но, а пожалуйста. Лошадь не глупая, сука. Давай. Твоя глупее. Давай, Нитро. Что ты такой стрёмный? Зачем он это делает? Не хочет... Нитро, твою медь. Класс. Нитро, сука, по гриве звездануть, петушар. Он убежал. Вернется цыганам, сдам нахуй. Смотри. Карта. Внимайте мою затею, сударь. Я предлагаю разойтись по оба берега моста. Разогнаться хорошенько и взять друг друга на слабо, посмотреть, кто первый повернет в сторону. А? Почему я хуй у тебя лошадь повернула? Вообще не в ту сторону. Вот что бывает, когда встречаются два упрямых человека. Это точно. Клещ, Олег. А, минус лошадь, классно. Я домашнил этого клеща, Игорь. О, смотри. Домашний клеща. Мой умный конь единственный, кто здесь не прыгает. Бля! Хочу покататься. Она так всегда, когда хочешь выебнуться, уже все. Погнали. Аттракцион невиданной щедрости. Это очень безопасный аттракцион. Мне не сильно больно. Не обращай внимания на мои крики. Это мне лёд? Нравится. Да. Да чё, нормально, я бы тоже на такой покатал. Вообще это прекрасно. Крики радости. Он скоро умрет. Я очень счастлив, правда, мне кажется, не у скоро. Меня больше нет жопы. У меня все превосходно. Получаю от жизни все. Круто подставлено, на. Да. Не хочу ловить. Ты далеко там резался, где? Я? Да. Там у вас враги поблизости. Так, давайте возьмем их за седло. Отлично. Они уже стреляют. Ох, как же меня от них тошнит уже.
Здесь какой-то пидор с холма стреляет по вам. Мне кажется, я знаю, кто это. Кто? Бля, нет, пожалуйста, лучше пристрели меня! Я знаю, кто это. Кто это? Труп. Оу. Труп здесь пранков кушает из-под панконтроля. Вкусно. Вкусно. Вкусное мясо. Приятного аппетита. Привет, спасибо. Здорово. Скажи ку-ку, Олег. Оленину пожарю. Ку-ку. Ку-ку. Офигеть, у тебя костюмчик. Я слышал звук Дискорда, как будто к нему уже присоединился. Что за как будто, что за сомнение? Посмотри, не, какая Discord, у меня Discord прическа был, и усики. Жаль, шляпу не могу снять, чтобы посмотреть. Где шляпа на инвентаре? Дискорда. Короче, въебите мне кто-то, а? Только прическу мне не испортите, то смысл пропадет. У меня есть идея, как она слетит. О, смотри, я забираюсь на лошадь, а ты с помощью лассо тянешь меня вниз и бьешь башкой об землю. Ну я могу типа стрельнуть тебе в шляпу, но тогда у меня понизится репутация. Наверное. Фак! Дай бучая шляпа, что с ней не так. Я знаю, я сейчас тупо врежусь во что-то. Ну давай! Что он пытается сделать? Шляпу снять. А ее можно снять вот типа через... Я хочу снять эту шляпу! Да, через колесо можно ее снять. Блядь! Не сработал. Отстрели мне шляпу, Игорь. Стой на месте, не шевелись. Это будет очень опасно. Это выглядит как начало охуительной истории. Джонни неуловимая цель. Стой, не шевелись. Стой, я стреляю по твоей шляпе. Что за шляпа? Охуенная шляпа. И я по уши в этой шляпе. Подожди. Знаешь, как я тебя убью? Эксперименты пошли. Что ты делаешь? Снизу вверх убить хочешь? Не так сейчас. В нос мне дуло засунуло. Опять не попал. Как ты меня... Класс. Ты рикошетом меня убил. Шляпа слетела. Вовремя, да. О, это я, да? Смотрите, о, вот, наконец-то, видите мою прическу, да? Так ее же можно снять. Нравится. Я знаю, не самая лучшая поза для демонстрации прикида, но все равно ноги вывернуты. Катя, девочка. Они не делают, что? Я игрок в игры, поэтому... Игрок в игры. Ой. Это да. Живые игроки? Ну, почти. Вот деньги. Убейте этих людей. А хотя... Не убивайте. Оставьте их на путях. А мы будем ждать, пока я... Ну вот мне интересно. А поезд едет, смотрите! Так они успеют. Да похуй, это ж бандиты. Мы уже выбрали, что убить. Это гнусный... А я ничего не нажал вообще. То есть мое мнение третье уже не имеет значения, потому что я один. Прикольно, прическа типа такой. Он как Хэнкок сейчас остановит этот поезд, короче. Вау, это было круто. Из этой шкуры камыш. Вообще. О, тут, ребята, камыш можно добыть, слышите, камыш. Где? Это камыш? Блядь. Ты че, его жрёшь, что ли? Что за нафиг? Он начал есть. Это ж... Ладно, другие растения, непонятно, но это ж камыш, зачем его там в рот пихать? Кстати, да, смотрите, это рыба светится под водой или утки? Что это? А, ну, утки. Я не знаю, я камыш не ел. А там к нам лодка плывет, кстати, смотрите, чувак. Да, мы так и не взяли. О, зря. Очень зря, братан. Куда? А я не могу сесть, он тупо вот стоит как, да он несёт. Нужна лодка побольше. О, все, найс. Я в комфорте. Так, ну сейчас разверну ее. Как называются эти лодки, которые тонкие? Ты меня толкаешь. Не помню. Я возьму тебя, Игорь, погоди. Ковчег. Класс. Пойми меня. Тем временем тоже развлекались как могли. Да. Суровый запад просто. И жопой дыши, главное. А, я соскальзываю. А почему он так вертится, как дебил? Игорь, дай ему веревку. Прикольно, можно поплавать. Красивая вода. Да, Сука, поймешь, что я рано PlayStation 4, она будет, конечно, круто для PlayStation.
Спасибо. Поехали, Олег. Поехали. Топи. Ой, погода хорошая сегодня. Да, водичка теплая. Как я рассекаю, я как дельфин. Я чувствую себя дельфином. Аквамен просто. Как я рассекаю эту гладь водную, смотрите. Наверное, даже поверхность отражения есть, видишь, пленка образовывается, когда его тянет. Да. Что такое? Круто. Я уже 5 минут как сдох. Нормально. Всем привет, друзья! Ролик получился довольно длинным по моим меркам, поэтому не буду многословным и скажу лишь сесибон, что досмотрели. Я попытался собрать самый сладкий сгусток из огромной кучи говна, что я собрал за неделю. За офигенно проведенную неделю в Red Dead Online. Бета. Я надеюсь, вам понравилось, но если вам хочется добавочки, то у Игоря из этого видео тоже должен выйти ролик по Red Dead Online. И да, я там буду, если кого-то это волнует. Или уже вышел ролик. Не знаю, можете сами проверить, ссылка в описании. Пока! Ну, Red Dead Online, кстати, выглядит не так плохо. Да. Оригинальный Red Dead Redemption все-таки немножко скучноват. Спустя свое деда кого-то смотрел в детстве, мармока, что у него было, рамка была. Всем нужны рамки. Скоро включит вентилятор. А у меня горло болит. Нельзя мне вентифлюторов. Блин, простите. Ну, можешь прокашляться, потом вырезать. Нет. Я так делала, как говорю. Сейчас прокашляюсь, а потом вырежу. А потом я не вырезала, я кашляла видео. У меня самые эксклюзивные реакции со всеми честными эмоциями. Я болею, поэтому слушайте мой кашель. Счастья, здоровья вам. Кай. И мне здоровья пожелайте. Это было бы хорошо. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на Мармока. Также не забывайте, что у нас есть промокод на 1xbet. Можно получить до $100, увидеть его сейчас на экране. Да. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на канал. На Инстаграм, на мой Инстаграм подпишись, потому что тебя пролайкаю, и, возможно, подпишусь на тебя взаимно. Да, вот такие вот дела. Да. Мы прощаемся. Всем удачки, всем пока. Пока. Пью.